Все-таки мы существуем или нет? Пред кем мы выступаем ежедневно? Зачем читаем мы завет? Кому-то нужно это все, наверное. Иллюзия реальности или сама реальность? Хотелось бы узнать ответ. А может, просто все банальность? И даже смысла думать обо всем об этом нет. Просто роботы, земные твари. Фантазия вселенского ума. Программу где-то нам задали. И это все лишь бесконечная игра. На самом деле все сложнее и одновременно проще. Смотрю на вещи с оптимизмом, как всегда. Узнаем мы гораздо больше. Пройти бы уровень достойно до конца. На самом деле все сложнее и одновременно проще. Смотрю на вещи с оптимизмом, как всегда. Узнаем мы гораздо больше. Пройти бы уровень достойно до конца.